Друзья, всем привет! Вот сел на наше кресло Tron 2. Для чего? Хочу показать вам свою технику, которая сейчас присутствует, много стало объявлений с моей техникой на рынке. То есть вот это кресло, зеленый погрузчик, черепашка наш, по цене вот это кресло 50 тысяч, погрузчик 150 тысяч. Ребята, фотографии наши, продают какие-то мошенники. То есть не связывайтесь, ни в коем случае не клюйте на вот эту бесплатную там сыр в мышеловке, так скажем, чтобы люди, мошенники, не заполучили ваши деньги. Обращайтесь ко мне, я вот много кому написал, меня ВКонтакте спрашивают, вы продаете, ваши люди, как можно у них? Нет, ни в коем случае. Цена вот этого вот кресла, она исходит из того, что здесь использованы, допустим, гусеницы целиком, комплект от квадроцикла. Их цена на рынке средняя, ну, от 100 тысяч за комплект. То есть только две гусеницы 50 тысяч. Плюс все остальное, вот цена ему, просто вот как вот он есть, ему сейчас цена, ну, 150 тысяч. Это нормальная цена, за которую его можно продать, купить и так далее, но не меньше. Но это не значит, что если человек выставит за 150 вот эту штуку с нашими фотографиями, наверняка он нас смотрит, ни в коем случае не покупайте все равно. Требуйте новые фото, требуйте новые видео, потому что я могу снять, сфотографировать с любого ракурса ее. Она у меня находится, она моя, она здесь. Даже если мы что-то делаем, вот погрузчик стоит, я могу его хоть снизу, хоть сверху, хоть новые, любые, какие вы скажете фотографии, скажете, напишите на листочке мое имя, если вы покупаете его, допустим, да, ну вот, допустим, это кресло. Я могу написать ваше имя, там, Иванов Иван Иванович, город такой-то, число такое-то. Это будет видно и понятно, то есть это правдиво. Если же кто-то даже, я думал, может, нас копируют там кто-то. Ну как можно за такую цену, за 150 погрузчик, зеленая черепашка продать? За 150 тысяч, ну, стоит 200 тысяч, но если вы там скидываете деньги, предоплату, срок месяц и так далее, там это все чушь собачья. Он тогда, 3 года почти назад мы его продавали, он тогда стоил намного больше, чем сейчас его продают, намного больше стоит. А сейчас и подавно. То есть машина весом в тонну никак не может стоить 150 тысяч. Это цена просто черного металла. Даже меньше, чем черного металла. Я вам серьезно говорю. Вот, допустим, чтобы собрать погрузчик, там цена только металла, вот у нас лично здесь обходится, наверное, 1170. Вот тот погрузчик с зеленой черепашкой обошелся. Его надо вырезать, загнуть, привезти. Там, все. Это только металл, без учета работы и всех-всех-всех гидросистем, моторов и так далее. Поэтому не покупайте. Сейчас бы тот погрузчик стоил бы не меньше этого. Абсолютно. То есть там свои были, ну, вещи, там мосты, там редуктора, они тоже стоят денег. То есть он стоил бы столько же, сколько этот погрузчик. Наш зеленый гусеничный погрузчик. Тем более он на гусенице. Гусеницы дороже колес, ну, 2-3 раза точно. То есть если мы колеса здесь покупаем по одной цене, гусеницы по другой, сразу же дороже. Ну и вот что касается вот этого, я почему и снимаю видео, что не поддавайтесь на уловки мошенников, не вздумайте с ними связываться. У меня был случай, когда человек хотел заказать у нас косилку, со мной общался 2 недели. Его зовут Сергей, он, по-моему, из Кемерово. Общался 2 недели, мы делали косилку. Потом он приобрел нашу косилку с моими фотографиями во Владивостоке и стал ее ждать. Естественно, она ему не пришла, цена там была меньше. И я его давай, он мне, вернее, давай звонить, спрашивать. Я говорю, это не наши люди, почему вы у нас не купили? И я вам еще скажу, цена где-то там перекупленная не может быть ниже, чем у производителя. То есть мы ставим изначальную цену вот за этот погрузчик. Дальше он пойдет, явно его будут продавать дороже. А если так же и ниже, то только по какой-то причине. Например, причина там здоровья, нужны деньги и так далее. Так что вот всем хочу сказать, смотрите внимательно, просите новые фото, конкретные видео. Если есть, может, правда, кто-то копирует, я не знаю, там, где они берут эти деньги. Но скопировать, допустим, ну как можно скопировать вот эту технику? Да? Ну можно, базара нет. Но просто она будет все равно чем-то отличаться. Какие-то другие углы. Фото, во всяком случае, не идут. Вы смотрите, где мы фотографируем. Если вы увидите вот такие же фото,
а человек другой продает где-то в Москве и наши фото, значит, у него этой техники нет. Он просто взял наши фото. Просите новое фото, видео, и тогда только может быть с ним там как-то сотрудничать. Так что всем пока. Вот видео снимаю по этому поводу. Пока.